Официальное число жертв превысило 200 человек. В штате введено чрезвычайное положение. На улицах лежали сотни и сотни тел. Паника среди населения вызвана данными Всемирной организации здравоохранения о неудачном испытании вакцины. Бюрократы лишились власти, и теперь мы сумеем защитить. С сегодняшнего дня в Лос-Анджелесе также введено военное положение. Все граждане должны прибыть в указанные им карантинные. Голодные бунты, связанные с нехваткой продовольствия, продолжаются, не ослабевая, уже 3 дня. Ответственность за оба теракта взяла на себя группа, именующая себя ЦК. Они призывают к восстановлению всех властных структур. Демонстрации протеста начались в ответ на казнь 6 приверженцев ЦК. Воспряньте вместе с нами. Оказавшись в полной тишине, слушайте голоса. Доверьтесь цикадам. Одну минуту. Доброе утро. Будешь? Нет, я не буду. Я тут кое-что разузнала. Где ты была, Тесс? В Вест-Энде. У нас же там клиент. Да. У нас там клиент. Ты же хотел, чтобы от тебя отстали? Дай-ка угадаю. Сделка сорвалась, клиент смылся с товаром, правильно? Сделка прошла как надо. Карточек нам хватит на пару месяцев. А что с лицом? Это уже на обратном пути. Я нарвалась на 2 каких-то козлов. Пропустила пару ударов. Но отбилась. Дай сюда. Эти козлы еще живы? Ты шутишь. Хоть выяснила, кто они? Да так, парочка уродов. Но это не важно. Важно, что послал их никто иной, как Роберт. Наш Роберт? Он знает, что мы его ищем. И он хочет успеть первым. Умный мерзавец. Только я умнее. Я знаю, где он. Что? Да брось ты. Старый склад в зоне 5. По крайней мере, сейчас он там. Ну так пошли. Идем? Еще как идем. Третий блокпост открыт. До комендантского часа мало времени. Надо спешить. Да ладно, правда? Мне с утра принесли повестку. Отправляют на общественные работы за кордон. Что за бред? В патрулях должны быть солдаты. Непременно им об этом скажу. Смотри, а паёк-то до сих пор не раздают. Видать, снова нехватка. Слышь, еще долго? Как только паёк привезут, откроют. Ясно? Отклеить. Лезь на землю! Ладно, боже мой, ладно. Я сказал, на землю! Я ничего не сделал! Нет! Руки за голову, мразь! Быстро! Ну, сканируй. Это чит. Чит.
а здесь живой. Нет, я не заразная. Придержите ее. Ошибка. Быстро. Нет! Смотри прямо. Похоже, зараженных все больше. Значит, больше людей бежит отсюда. Теперь у нас новые документы, так что проблем быть не должно. Держись спокойно. Поезжай! Документы. Пожалуйста. Куда идете? Выходной. В гости идем. Ладно, проходите. Спасибо. Уходите, марш! Закрываем! Контрольно-пропускной пункт закрыт. Всем гражданам немедленно покинуть его окрестности. Вот. Тебе легкий путь. Останови уже кровь. Теперь все пропускные пункты закроют. Нужно обойти снаружи. За стеной? Ну, или можем отпустить Роберта. Эй, Тесс, смешно. Ты это видела? Я была там. Как там восточный тоннель? Нормально. Только что оттуда. Патрулей нет. А вы-то куда? В гости к Роберту. Вы тоже? А кто еще его ищет? Марлин. Она пыталась его найти. Марлин? А зачем цикадам Роберт? Она мне не докладывала. А что ты ей сказал? Правду? Я не знаю, где он. Молодец. Не высовывайся, ладно? Увидимся. Ага, до встречи. Марлин ищет Роберта? С чего вдруг? Не нравится мне это. Надо найти его раньше цикад. Thank you.
это мы. Привет, как дела? Паршиво, слышал, небось. Тут как, все нормально? Все тихо. Ни солдат, ни зараженных. Вот это мне нравится. Джоэл, помоги. А ну-ка, спокойно. Да будет свет. О, боже. Ну и вот. Выбрасывают все подряд, дышать нечем. Берем снарягу. Наши рюкзаки никуда не делись. Патронов мало. Ну так не промахивайся. Ну, ковбой, подсади. Меня. Готов? Да, мэм. Руку. Ясное дело. Вопрос с подвохом? Давно я здесь не был. Мы как на свидании. Ты же знаешь, какой я романтик. Да уж, знаю. Где лестница? Есть. Супер, тащи! Дамы вперед. Дамы? Это я, что ли, дама? Ну, вроде того. Сюда. Теперь вниз. Думаешь, пушки еще у Роберта? Надеюсь, ради его же блага. Если вернем товар, сбыть его будет несложно. Стой, споры. Откуда они? В прошлый раз все было чисто. Ну, взялись откуда-то. Будь начеку. А вот и виновник. Труп свежий. Тут может быть опасно. Здесь должны пролезть. Твою мать! Ты цел? Да. Тут потолок проседает. Осторожно. Тише.
Черт! Смотри, смотри! Помогите! Маска сломалась. Не хочу превращаться. Не бросайте меня. Ты что задумал? Пошли. Что будешь делать? Это все. Надеюсь. Возвращаемся в город. Вот за что я люблю природу. Потому что город воняет. Ну так закажи Биллу освежители воздуха. Сам знаешь, они у него просроченные. Проходи. Прикрой вход. Ладно. Доска упала. Будь другом, а? Ну-ка, передай мне. Она тяжелая. Справлюсь как-нибудь. Уже близко. Проверим, нет ли рядом солдат. Чисто. Пошли. Закрой. Бери патроны. Пригодятся.
Ну, малыш, убедись, что там чисто. Ни солдат, ни людей Роберта. Ага. Похоже, он нас ждет. Ну, тем интереснее. Ну что, пошли. Эй, красотка, как делишки? Говорят, есть товарищ. Да я заплачу вот-вот-вот. Понял. Не сейчас. Понял. Потерплю. Только не надо злиться. Скорей, жрать охота. Потерпите. Сейчас будет новая партия. Даже не думай влезть без очереди. Есть. Уже 100 лет жду эту крысу. Ронал, купи. Тесс, давно не видел. Что это за херня? Ты куда попёрся? Малин, сядь на место. А, прости, Тесс, не знал, что вы с ним вместе. Иди. Кто это? Старый знакомый, не спрашивай. Я ищу Роберта. Он тут был? Да, недавно. Он на верфи. Туда пошел. Началось. Пропустите. Вы, ребята, разворачивайтесь и валите, если шкура дорога. У нас не с вами разборки. Нам нужен Роберт. Даже не вздумайте. Развернитесь и валите, мать вашу! Я без Роберта с места не сдвинусь. Сука! Я тебе все мозги вышибу, но задницу ты отсюда уберешь! К черту! Пригнитесь! Готов? Да. Я тебя убью, нахрен! Я прикрою. Займись ими. Вали. Молодец, ковбой. Ты тоже. Откуда у него столько людей? Роберт хорошо умеет обещать золотые горы. Пора с ним разобраться. Черт, тут не пройдем. Ну-ка. Дай руку. Так. Снова люди Роберта. Да, я их вижу. Откуда ты знаешь? Двое наших погибли, пытаясь убрать Тесс. Зуб даю, она с Джоэлом вот-вот придет сюда за Робертом. Охренеть. Зря мы взялись за эту работу. Теперь-то что? Надо рассредоточиться и не дать им проскочить. Пошли.
Какая сука! Давай осмотримся. Так, мы перенесли ящики на южный склад. Все припасы под замком. Давай еще раз все осмотрим и пойдем. Скоро комендантский час. А как же Роберт? С кем он сегодня останется? Этот псих боится быть один. Откуда я знаю? Надо бы с ребятами поговорить. Ладно. Вон там. Нужно было взять больше людей. Лишняя морока. Да, ты прав. Вон он ходит. Живой пока, ублюдок. Ну все, пошли. Давайте по-тихому. Грузы уже давно не приходят. Сначала мы потеряли агентов на севере, потом на юге. Теперь вообще непонятно, с кем торговать. Жрать захочешь, наймешь себе охранником, куда деваться. Чертов Роберт. Надеюсь, он хоть сдержит слово. Ну, сдержит, и что? Говорю тебе, этой зоне крышка. Нужно выбираться отсюда. Ты спятил. Идти за стену самоубийства. Контрабандисты ходят, и ничего. Что тут будет, когда припасы кончатся? Я лучше здесь останусь.
Слава богу, ты здесь. А? Чё за хрень? Похоже, Роберт спрятался в этом офисе. Пошли. Хотим поговорить. Идите нахер с такими разговорами. Убери пушку. Нахер пошли. Удирает. Роберт. Джоэл, сюда. Джоэл. Туда ломанулся. Привет, Роберт. Тесс, Джоэл. Мы ведь без обид. Ну что ты. Хорошо. Мать твою! Мы скучали. Слушай, что бы там про меня ни наговорили, фигня. Я все объясню. Пушки. Скажи нам, где пушки? Да. Да, да. Тут... Есть проблема. Стойте, послушайте меня. Я просто... А, черт. Черт. Стой, стой, стой! Хорош орать. Говори. Я продал их. Не поняла. Мне нужны были деньги, долг платить. А как же мы? Нам ты разве не должен? Дайте мне время. Хоть неделю. Знаешь, я бы подумала, не попытайся ты меня убить. Да ладно, у кого пушки? Не могу.
Дайте пару дней. Где наши пушки? Они у цикад. Я продал их цикадам. Что? Эй, их почти не осталось. Мы можем просто пойти и добить их. И пушки наши. Что скажете? Ну что, перебьем этих лохов? Нам расплюнуть. Это плохая идея. Ну, что дальше? Пойдем выручать товар. Как? Не знаю. Мы объясним им. Осталось только на них выйти. Это будет несложно. Ну вот, сама королева. Зачем вы здесь? По делу. Паршиво выглядишь. Где Роберт? Он был нужен живым. Пушки, что он продал, они были не его. Отдай их. Так не делается. Да что ты. Я заплатила. Хочешь забрать? Поработай. И сколько талонов ты хочешь? Не нужны мне талоны. Нужны мастера контрабанды. Поможете? Верну ваши пушки, даже больше. Они у тебя? Слыхал, военные вас сильно потрепали. Да, ты прав. Я покажу товар. Мне пора. Решайте. Нам нужны эти пушки. За мной.